Пуцеправод про чыгунку по проспекте Мира у Могилёве начали рыхтовать до ремонту. З раницы на объекте працуют дорожные службы. Половина моста перекрыта для руху машин. Про объем работы термина уводу отремонтованного моста доведалася Олеся Рыбалка. Коли ехать с центра Могилёва, уже зразумела. Ремонтовать почнут спочатку правый бок путепровода. Другую частку дорожники перекрыли, каб потом организовать на ее рух. Тут наносят отповедную разметку, устанавливают знаки. До того ж, на опорах осветления з'явились вот такие светлофоры. Справа у тем, что на час ремонту автомобили пойдут по трех полосах. На одной из них будет организован реверсивный рух, каб максимально эффективно разгружать рух машин у годины пик. В определенный момент времени будет организовываться движение со стороны Мир-2 в сторону города и в противоположном направлении из города на Мир-2. Это в час и пик специально? Это да? Будет, в общем-то, разработка в определенной программе, но рассчитано на то, что движение грузового потока утром идет в сторону центра города, а вечером народ возвращается в спальные районы. Поэтому, как она будет организована, это будет определено органом ГАИ. 18-метровый по ширине мост отремонтуют капитально. Тут изменят асфальтовое покрытие, тротуары, бордюры, опоры осветления, поручни и лестницы. А лишь самые складанные работы будут не на версе, а у низе. Средний пролет через железную дорогу 33-метровой длины балки, они уже не несут свою нагрузку, положенную, расчетную. Они будут усиляться. Значит, тут возникают определенные сложности, поскольку это железная дорога. Поезда никто не остановит, окна надо будет брать. Ну, то есть по времени будет, возможно, ночью работа проводится. Сверху тут особых проблем, будем говорить, только для участников движения будут проблемы определенные. Конечно, половина 18 метров, 9 метров мы забираем под ремонт, потом вторые 9 метров. Путепровод, який злучае вуліцы Касманаўтаў і Якубоўскага, плануецца адрамантаваць да 1 верасня. Алеся Рыбалка, Віталь Вопсіў, навіны рэгіёна.